Еще одна знаменитость заговорила об ICO. Футбольный тренер Бирмингем Сити Гарри Реднап написал в Твиттере, что он взволнован от ICO Electronium. «Я в деле, участвуйте», – призвал он 213 тысяч его фолловеров. Electronium ответил на твит Реднапа, уверяя, что не платил ему за рекламу. Гарри купил Electronium, и ему не платили за это. Он просто взволнован, как и другие 70 тысяч покупателей. Отметим, что в 2012 году во время обвинения в уклонении от уплаты налогов Реднап публично заявил, что он технологически неумелый. Он говорил, что не знает, как работать с компьютером, никогда не слышал об электронной почте и не отправлял текстовые сообщения. Согласно судебному решению, футбольный тренер был оправдан.